прошлое, здесь, значит, протест наш был оформлен, и около 200 ветеранов нашего города, жителей города фронта Ленинграда. Вот такое наименование у нас теперь будет. Забудьте слово «блокадник». Неправильное по-русскому, как говорится, звучание и смысл. Второе. Бывший здесь, даже только родившийся ребенок, он был бойцом, так как из-за него шли бойцы в атаку и умирали. Наша знаменитая шла в атаку вместе с нашими бойцами. Шлон бы пошел бы в атаку, но немецкая бомба попала в слоновник, и слон наш погиб. Все, опускаем, опускаем. Держите, вот так. Вот это здание находится на мойке, напротив храма на Крови, со стороны реки Мойки. Они же, знаменитый наш неповторимый стадион имени Сергея Мироновича Кирова, построенный вот даже этими руками. Тура этого здания удовлетворяет. Вы знаете, вольё построило рядом здание. Никаких норм и законов для них не писано. Они возвели что-то страшное. Я подхвачу то, что говорил Кирилл Георгиевич, и закончу его мысль. Это действительно здание представляет ценность в качестве редкого в нашем городе, в центре нашего города, образца конструктивизма, удачно вписавшегося в застройку историческую. Другой вопрос, что Совет по культурному наследию и эксперты в свое время не сочли это здание столь уникальным в среде ему подобных, чтобы взять его под охрану как памятник архитектуры. Но они упустили самое главное, то, что это здание является даже в большей степени памятником нашей недавней истории. Я представляю здесь общество охраны памятников петербургское. И должен сказать, что нам постоянно приходится, конечно, доказывать ценность того или иного памятника, на место которого претендуют застройщики и пытаются его реконструировать, снести, поставить вместо него что-нибудь другое. Есть постановление правительства города 2009 года о том, что это здание ценности не представляет, и на его месте должна быть шестиэтажная гостиница. Это не просто оскорбление памяти того, что мы видим. Это еще и просто невежество. Думаю, что люди, которые готовили это постановление прежней администрации при Матвиенко, и люди, которые дали столь хамский ответ в нынешней администрации Полтавченко, относятся к этим просьбам как к докучливым каким-то мухам, как к каким-то интеллигентским бредням, как клирики, которые не выдерживают конкуренции с прагматикой, с разными соображениями выгоды и так далее, так далее. Но есть вещи, несомненно, святые не только для нас, стоящих здесь, но хочется надеяться и для тех, кто считает себя петербуржцем, ленинградцем, в том числе для нашего губернатора. Я очень на это надеюсь. Потому что если есть хоть какой-то контингент, который всегда должен быть свят для властей этого города, то это те немногие оставшиеся в живых блокадники, извините меня, защитники города, немногие герои, оставшиеся города фронта, да. Города фронта Ленинграда. Вот, немногие оставшиеся в живых, вот они в большей степени, чем все экономические структуры, чем все власть имущие, чем те, кто лоббирует строительные проекты, достойны того, чтобы быть услышанными, и чтобы на их мнение как-то отреагировать. Пожалуйста. Я могу еще сама сказать, что мы находимся в очень знаковом месте. В очень знаковом месте. В составе 196-го стрелковой дивизии Ленинград освобождал поэт и духовидец наш Даниил Леонидович Андреев.
Потом он написал поэму «Ленинградский апокалипсис». И в своем таком видении, когда он был ранен, он как раз видел вот эти вот места. Он видел эти места и написал о них следующее. «За расколовшимися стенами, сквозь вылетающие рамы, открылось вдруг, как сердце храма, лазурным светом залита, глубь старой залы с гобеленами, хрустальных люстр огонь холодный, полотен сумрак благородный, культура, мудрость, красота». То есть это видение нашего города, которым он может быть. Вот не бизнес-центры, не то, что нам предлагают вот такое потребительство. Он увидел настоящий вектор развития Петербурга, как музея, как культурного, духовного и научного центра. Поэтому очень важно, что вот здесь отстоять вот такое вот историческое здание. Их очень-очень немного. Тут всего-навсего где-то 7 всего лишь адресов в центре, которые надо сберечь. Мне совершенно непонятна позиция губернатора, когда он говорит, что не несет якобы воспитательной нагрузки это здание. Оно несет хотя бы тем, что оно существует, что на нем есть доска. И потом поймите, когда не будет вот блокадников, которые тоже вот обращаются, другие поколения, у меня, например, родители оба блокадника, другие поколения только по этим зданиям, по этим доскам, по книгам, по воспоминаниям могут что-то об этом времени узнать. Это очень и очень важно. Я умер в дни блокады, но все еще живу. И знаю, внучки рады, что песни им пою. Ребенком с заражением однажды умирал. Отец мой в одночасье мне кровь свою отдал. Я умер в леспромхозе, пропав в лесу в мороз. Спасибо трактористу, что в дом меня принес. Я умер на Алдане. Трос лопнул грузовой, и на Онеге бурный был случай роковой. По жизни мы идем, у всех своя судьба, и часто умираем до срока от вина. Теперь другие люди, порой их не понять, но научитесь, люди, друг другу помогать. Я рожден в Советском Союзе.